Добрый день, уважаемые посетители канала. Сегодня мне удалось в магазине достать японскую лапшу и фарш из кролика. Я возьму небольшие ингредиенты, чтобы дополнить свое блюдо. Сейчас я занимаюсь нарезкой. Решил использовать все, что было в холодильнике. Капуста, зеленый лук, также обычный лук и чеснок. Чеснок традиционно сначала давлю, потом нарезаю. Лук с трудом, но нарезал, немного плакал. Также решил использовать шампиньоны. А в качестве масла использовал остатки бекона. Шампиньоны стал резать на 4 части. Они достаточно маленькие. Сначала выложил бекон на сковороду и дал ему немного выделить жира. Можно заменить на масло. Далее обжарил чеснок с луком, немного солил и добавил шампиньоны, чтобы они тоже обжарились. Главное не забывать помешивать, чтобы не пригорело. А потом уже добавил фарш из кролика. Его нужно хорошо размять в сковороде, чтобы он был как можно мельче. И капустка. А дальше нужно немножко потушить. Я уменьшил температуру и стал тушить. На самом деле, тот же бекон можно спокойно заменить на мясо. Не на мясо, а на масло. А вместо фарша кролика использовать больше грибов. Это для тех, кто хочет сделать вегетарианское блюдо. Решил в этот раз показать процесс варки лапши. В принципе, ничего сложного, но выглядит достаточно завлекающе. Если все это делать одновременно на двух конфорках, то уйдет порядка 20 минут на приготовление. В лапшу добавил немного масла кунжутного, зеленый лук. Масло нужно для того, чтобы лапша не слиплась. Это я добавил немножко кунжута. И соус на основе имбиря. Теперь можно уже подавать на стол. Сначала я в тарелку положил лапшу, а дальше уже сверху кладу получившуюся смесь на основе кролика. Вот такой простенький ужин получился. По-моему, выглядит аппетитно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.